мы готовим очередной вкусный салат. Для этого мы возьмем 200 грамм куриной отварной грудки, 120 грамм сыра феты, 3 яйца отварных. Берем листья салата, я взяла разного цвета, и 4 малосольных огурчика. Для заправки нам всего лишь надо подсолнечное масло. Вы можете взять любое, оливковое, кукурузное, кому какое нравится. И соль. Нарезаем наши ингредиенты. Перемешиваем наш салат. Немного подсаливаем наш салат. Не больше щепотки. И используем любое масло. Как я уже говорила, даже можно майонез. Это зависит от вашего вкуса. Салат очень вкусный будет. И с любым маслом, и с майонезом, даже с любым соусом. Перед подачей на стол мы высыпаем такую тарелку, салатницу. Наш салат готов. Всем приятного аппетита! Можно подавать на стол.